Всем привет! Привет! Вы на канале Черника Дрим. И сегодня у нас новый челлендж. Мы будем жарить шашлыки на 100 рублей, на 1000 рублей и на 4000 рублей. А что у нас будет в наших пакетах на эту сумму, вы узнаете совсем скоро. Итак, наш первый участник, это Дима. Да, привет! Почему-то решили, что я умею готовить. У него пакет на 4000 рублей. И сейчас он покажет, что же у него там есть внутри. Говядина. Что у нас есть? Это эти, как их? Стейк-минутка, говядина. Стейк из говядины ранчо. Колбаски. Классические. Ну это лухари. Это что, сёмга, да? Это стейки из сёмги. Сёмга. Куриные эти, голени. Кепуч. Шампиньоны. Ну, это салатик, чисто огурчики. Помидорчики. Какой-то сок. Сок манго. Я никому, короче, даже не дам попробовать. Но я сам это все съем. Спички для рожика. Спички для пикника. У нас вообще-то пикник. Мисс Рико. Это оливковый этот майонез на перепелином яйце. Такой набор для шашлыка получился у Димы. Буквально через минутку для вас покажу, что он из всего этого приготовит. У Димы будут немножечко самые лучшие условия. У него в доступе будет вот такой мангал. Ему повезло больше всего. И вот наш следующий участник, у которого будут шашлыки всего лишь на 100 рублей. Давайте посмотрим, что же у него в пакете. Ну, вообще-то не 100, а 130. Слава богу, не так долго. Итак, в мой набор входит картошка 1 штука. Хлеб 1 штука. Сосиски молочные, 8 штук. Все. А готовить мы это будем вот на таком мангале. Что ты скажешь, как участник, которому досталось всего лишь сотка? Я потрачу 5-10 минут на готовку, а потом буду отдыхать. Ну, а мы с Наташей будем готовить шашлык на 1000 рублей. И сейчас покажем, что же есть у нас в пакете. Ну, оно у нас получше, чем на 100 рублей. У нас есть сок с виноградом. У нас есть вот такой вот шашлычок. Наверное, кило. Кило 887. Два помидорка. Лавашек со вкусом химозного сыра. Огурец. Ну что? Пакет. Ну, это мы с собой потом. А готовить мы будем на вот таком вот сборном мангале. Он стоил четверть нашего бюджета. Говорят, надо перевернуть. Вот на таком сборном мангале он стоил четверть нашего бюджета. И я, если честно, вообще даже ни разу такой не собирала. Поэтому мы, в общем-то, вдвоем, потому что мы ни разу в жизни не готовили сами шашлыки. И мы считаем, будет честно, если у нас будут два участника, а мальчики будут по одному. Итак, мы идем собирать нам дрова на шашлыки. Ну, как шашлыки, сосисочки. Вот, потому что мы подумали, и у девчонок будут дрова обычные, банные. У меня будут лесные, то есть, как это говорится, взял сосисочки, хлебушек, на берег выехал, нашел там какие-то кирпичи, в лес сходил, дров наломал, и все, и приготовился ужин. Посмотрим, удастся ли мне найти дрова в лесу. Итак, нашел я первую палку. Вот она. Первый лов. И еще одна палочка, это на роджик. Очень хорошо разожжем костер. Собственно, собрал я себе дровишек. Я думаю, мне этого будет достаточно.
Ну, собственно, все. Ждите моих вкусных сосисонов. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Ждите новых летних видосов. Короче, нам для начала надо замариновать курицу, потому что она будет долго мариноваться. Вот и все. Это будет готовиться очень быстро. Все. Говядина и семга, она будет готовиться быстрее. Ее особо мариновать не надо. А курицу надо. Поэтому, кстати, еще забыл, у меня в пакете залежалась приправа для шашлыка у меня была. Я, наверное, в ней курицу и сделаю, собственно. Чтобы долго не это... не мучиться. У меня пакет за 4 косаря, у меня есть ассистент. Сюда подойди. Конечно. Вот так берешь. Не поделишься, пожалуйста, чуть-чуть. Так, ты слишком много разговариваешь. Вот это растопить. Срочно. Да. У нас начинается все с того, что мы будем собирать мангал. Ни я, ни Наташа этого вообще никогда не делали. У меня еще и ногти. Поэтому я беру на себя эту роль. Что уж тут. Господи, я его даже открыть нормально не могу. Пока что это какие-то листы алюминия. Походу мы прям так и будем жарить. Инструкции в картинках тут нет. Вообще. Тут есть только много букв. Но, видимо, они нам не нужны. Но тут есть картинка, как он должен выглядеть. Шикарный мангал. Вообще идеальный. Так как человек, который вообще никогда в жизни не рубила дрова, я вообще не представляю, как это делается. Первый пошел. Группа поддержки. Сильнее. Хорошо. Вот. Ну почти. Ну дальше рука. Ну ё-моё, чё, ну руками нормально. О, всё. Настоящая русская женщина, так сказать. Но это мы подберем обратно. Все. Ничего трудного, да, даже. Ну что, теперь приступаем к моим. Как я говорил на видео, первым, что мне пригодится, это сухие елочные штуки. Я им покажу, что такое костер. Одна спичка, один коробок, один Максим. Итак, готовимся к своему обеду. Идеально ровный, если вам видно. Идеально ровный.
Я умываю. Вот, видите, ваши никто не спрашивает. Стейки ваши. Вот, ребенок. Все за правильным. Следующее. Сосисочки. Да. О. Я сосиску хочу. Ну давай я пожарю и тебе нет, дам. Я хочу это. Простую такую. В целом, зачем мне нужен был костер? В целом, да. Так, ну, 4, наверное, мне хватит. Насаживаем. Раз. Ну что, вкусно? Если там он провалится, туда не скинет. Папа так будет жарить сосиски, да? Да. Я хотел сначала нанизать хлеб. Но я возьму у вас часть решетки и просто решетку положу на шампуры и пожарю хлебушек вот так. Делаем вот так. И у меня остался картошечка. Картошку мы сейчас помоем, разрежем ее и пожарим на шампурах. Вот так это будет выглядеть. Фольгу мне запретили брать, поэтому буду на шампурах. О, как новое. Ты меня снимаешь? Поделим ее на 4 куска. Сейчас я так примерю. Да. А можно мне соль? Бесплатно. Это соль? Это соль. Да можно, можно по ним сходить. Ну, словом, все. Сейчас пойдем проверим костер. Раз. 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 Жарим. Поставил жариться сначала сосиски с картошкой. Сосиски очень быстро пожарятся, картошка будет дольше намного. Поэтому сосиски я сейчас пожарю, их сниму и туда положу решетку. Мы бахнем вот так вот. На здоровье, как говорится. Теперь бахнем. У меня есть кочерга. Здесь ямочку. Правильно? Лайфхекс. Так делается? Я не помню просто. Смотрим, как это делается. Я не помню, как мы посмотрим. Держи. А я могу воспользоваться подсолнечным маслом? Вам можно все. Тогда тащи. Нам за эту рекламу масло не заплатили. Не рафинированное, что ли? Не знаю, понюхать надо. Все. Волшебным образом. Открывай. Появилось масло. Сейчас мы вот так бахаем. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Оп-оп. Все. Рожек был. Где? Где рожек был? Да не, ну, у нас лайфхак. Ну не забыли взять рожек. Но взяли масло. Как бы. Спичку мою видел? А вот эту?
И закладываем всю эту движуху. Большим углем. Выглядит так себе. Как так себе? Мне надо просто, чтобы вот здесь разгорелось, а дальше ты так... И все. И раздул. Да. Я пока что решила разрезать кусочки, чтобы они у нас быстрее пожарились, потому что наш мангал не внушает особо доверия. Ну, собственно, сейчас буду все это разрезать и пока что подготовлю, потому что наши угли там уже практически готовы. Посмотрим, что у нас с этого получится. Пока наши девчонки нарезают и нанизывают мясо, мои сосиски уже готовы. Они только начинают готовить, а я уже ем. Так, ассистент. Угли у вас уже готовы? Готовы. Пожалуйста, крупным кадром. Было? Было. Вот так. А? Ну, красиво. Да. Понимаете? Вот, красиво. Так, теперь я наконец-то пробую сосисочку. Я хотел ее с хлебом и картошечкой, но сосисочку уже не осталось. Жарим стейк следующий. Это попробуйте кто-нибудь. Вот такой. Я думаю, минутки. По две. Минутка пожарилась. Минутки по две. Мы вот этим маслишком его еще смажем. Изысками. Но это попозже. Где перец? А, вот он. Ну, перец. Во, вот такой меня интересует перец. Берем соль. Перчик. Все, разглаживать не буду. Все, бомба. Ждем. Ну, надо там маслишком с той стороны смазать. Оп. Ой, там оно прям розовенькое, как надо. Все, готовченько. Пусть он отдохнет маленько, полежит вот так. У нас нету ни фольги, ничего, в что его завернуть, чтобы он отдохнул. Все, режу.
Надо что-нибудь под доску подложить. Ассистент? Подложим ассистента. Ой-ой-ой. 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 Предвкушаю комментарии. Ой-ой-ой. Смотри. Для начала перевернем. Смотри, что у меня есть. У-ля-ля. Начинаем прожарочку наших рыб. Вот так вот бахаем. Тут я думаю, я решеточку закрою, потому что я ее не смогу перевернуть. Она просто порвется и она придет. Вот так вот сделаем. Все, готовченко. Снимаем. А с другой стороны просто рыбка вкусная, на попробуй. Ее сложно, типа. Оператор-участник говорит вкусно. Ее сложно испортить. А мне не видно. Настя, ты иди, пожалуйста. Такое люблю. Ну, по сравнению с сосисками. Ну ладно, пойдем. На одном уровне. Слушай, ну. Если говорить о цене этой рыбы, то нет. Это того не стоит. Ну, так-то да. Прошло 30 минут. У нас просто солнце зашло. Очень быстро. Ножки замариновались. Выглядят они, конечно, страшно. Если честно. В этом маринаде. Очень страшно они выглядят. Ну, ничего страшного. Очень страшно, но ничего страшного, да, Максим. Все верно. Ассистент ты или поправщик? Я что-то понять не могу. Я кушаю. Кушай рыбку. Вкусная рыбка. Вот и кушай. Сейчас пожарим эти замаринованные ножки. Они прям ужасно выглядят, если честно. Может, ты не будешь это вставлять? Благополучно сожгли курицу. Все нормально. Ну как сожгли? Как это называется? Реакция Майяра. В приправе была соль. Потому что я не солил. Я не знаю почему, я решил не солить. Вообще выглядит неплохо на самом деле. Ну она не сгоревшая. Она хорошая. Особенно вот эта кожа. Ты как, где звук? Как подснять звук? Кожи. Куда? Кожа? Да, ты чё, слушай. Хорошая. Вот и подошел к концу наш пикник на 100, на 1000 и на 4? 5? На 4000 рублей. В целом у всех были блюда хорошие, у кого-то было мало, у кого-то много. А у кого-то в самый раз. Вот. В общем, мы сегодня очень хорошо провели время. Спасибо друзьям, что позвали нас на такой пикничок. Было очень весело и классно. Кто-то научился рубить дрова, кто-то разжигать костер. Да, зовите еще. Я на хлебник. Я люблю похавать. Мы вообще с Вероникой сегодня очень много делали. Сегодня впервые собирали сами мангал, кололи дрова, жарили шашлык. И все получилось очень классно. Наш сегодняшний проект пошел не совсем по плану.
у Димы, у которого был пакет целых, на целых 4000 рублей. Мы не приготовили салат со сметаной, мы не дожарили колбаски, потому что мы все очень сильно уже наелись. Мы переоценили свои возможности. Приехали мы сюда в обед, у нас уже сейчас 9 часов вечера, у нас ушло очень много времени на все это. Мы на своем участке развели аж 3 костра на 3 разных мангалах. Все это одновременно жарилось, парилось, я бегала с камерой, всех пыталась снять, где-то себя вообще не снимала. В общем, у нас сегодня был такой суматошный день. С нами были еще наши дети, поэтому половина того, что мы готовили, они иногда подходили и подъедали. И тем не менее, даже с их помощью мы не смогли съесть все. Благодарим за просмотр. Ждем ваших реакций в комментариях. Ставим лайки, прожимаем колокол и ждем новых видео. Всем пока! Пока-пока!